Господа, мы возвращаемся, мы продолжаем. Давайте друг другу поаплодируем, что мы дожили до этого момента. Второй акт у нас такой образ символизирует новое. Нас ждет очень много новых перспектив в следующем году. Чуть позже об этом. А сейчас вот так вышло, знаете, один у нас артист, вот он по-любому достоин Оскара. Вот просто достоин очень много Оскаров, на самом деле. Получил вот просто вот такую нарастопку уже наших сертификатов почетных. Но вот так получилось, что по голосованию, интернет-голосование, оно такое коварное. Нет, он сегодня не получил Оскары, но в нашем сердце он по-любому победитель. И это точно будет обязательно в конце вечера какой-то приз для этого человека. Его тексты, которые он доносит вот со сцены, это, знаете, армия вымуштрованных солдат всегда бьет точно в цель. Это и чтец, и поэт, и музыкант, и организатор собственных вечеров лютой поэзии. Кирилл Лютый! У-ху! Всем добрый вечер. На самом деле сегодня выступаю не один. Сегодня у нас дуэт. Мы выступим с музыкальной программой. Ну, для затравочки пара стихотворений, так как на эту, в этой номинации тоже выступал. Поздравляю, кстати, всех победителей, всех, кто получил Оскар, и всех присутствующих с наступающим Новым годом. Устал читать тяжелые, серьезные, трагичные стихи. Чуть-чуть вас повеселю. Паровозик Томас был списан под старость лет. И улыбка дебильная стерлась с его лица. Он катает в парке детей, купивших дешевый билет. Ожидает конца. Он не рад этим детям. И жизни давно не рад. Каждый день он смотрит на мир. Как в последний раз. Где ты, яростный Гордон, мой преданный старший брат? Где ты, друг, вертолет, покоритель воздушных масс? Лишь одно развлекает его в позорном плену. Вспоминать, покуда огонь в груди не потух, как размазывал педерастов по полотно, как наматывал на колеса вокзальных шлюх, как крошил черепа ментов под веселый свист, как чинуш разрубал пополам, не сбавляя ход. Томас спит, улыбаясь. Сон его сладок и чист. Завтра все пропадет. У меня есть право на одно слово ненормативной лексики, да? Да. Как выключатель не лупи, не станет ярче свет. Эмоции прежних выгорели краски. Принцессы тоже лгут и ходят по-большому в туалет. Нахавался малыш, и нету веры сказки. Порой так хочется в тиши ночных аллей, вдыхая аромат листвы опавших кленов, в уме листая слайды юности своей, бродить пешком и бить ебальники влюбленным! И кружевным платком стереть с костяшек сбитых кровь, и пот со лба, и слезы на ресницах. Этих сук, наверное, первая любовь, ну а со мной она уже не повторится. Ну и хотя бы один авторский номер. Такое грустное лирическое четверостишье. Сверкнут огни давно утерянного рая в течение дней и шелестений пестрых лет. Пардон, муа, ты опоздала, дорогая. Я сделал сам себе и кофе, и минет. Я приглашаю на сцену Федора, и мы начинаем нашу музыкальную программу. Мы решили, что скучно будет, так скажем, объявлять нас как Кирилл Лютый и Федор. И почему не там не Федор какой-нибудь, а группа «Третьи сутки в пути» представляет? Хорошо, сегодня будем «Третьи сутки в пути», но вообще у меня был замысел, как сказали, с таким названием не соберешь олимпийский. Федор поспорил, говорит, ну собирают же олимпийские, люди с названием «Ногу свело». Так вот, другой вариант был «Ви очистить окуней». Это, кстати, благодаря такой погремушечке. Я вот ее увидел, такой, ну, не бубен, а такая погремушечка. Я говорю, Федя, дай-ка, у меня такая, у мамы на кухне висит, окуней чистить. Да-да-да, нам бы...